Привет, друзья! В предыдущем эпизоде мы остановились на том, что Маделин превратила Ребекку в свинью. Мистер Мид очень обрадовался этому. А Энда заключила сделку с Назратом и обрела темные силы. Черт возьми, этого не может быть. Ох да, у меня сегодня особый гость, я думаю, вы все его знаете, Джейсон. Кстати, что ты там смотришь? Я устроил поединок между собой и злой монахиней. И сейчас я смотрю, как мы деремся. Похоже, монахиня побеждает. Я не удивлюсь, если ты проиграешь бой. Итак, что же произошло дальше? Сейчас мы об этом узнаем. Не волнуйся, Ребекка, я буду заботиться о тебе лучше, чем раньше. Но если ты будешь плохо себя вести, он сделает из тебя отбивную. Эй, ублюдки. Привет, Энда. Где ты была все это время? Как тебе удалось выбраться? И что случилось с твоим лицом? Я пришла, чтобы покончить с тобой раз и навсегда. Наивная монахиня Энда думает, что у нее достаточно сил для меня. Маделин, давай убираться отсюда. Эти твари решили не сдаваться просто так. Что ж, тогда же интереснее. Почему ты так дышишь? Что еще за идиотский вопрос задаешь мне? Я бегал, я устал. Но мы пробежали всего 15 метров. И че? Я не собираюсь прятаться, я пойду и убью эту жирную корову. Что? Нет. Я никуда тебя не пущу. Энда убьет тебя. Что? Энда убьет меня? Да у этой кобылы никогда не хватит сил на меня. Что ж, сейчас мы это и узнаем, хватит ли у меня сил прикончить тебя. Привет, девчонки. Вы хотите знать, кто сильнее? Что ж, я предлагаю вам сделать это в Versus Battle на уличных боях без правил. Погнали! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Final round. Fight!
Ух ты, это было круто. Бой был потрясающим. Друзья, я предлагаю вам выбрать, кто будет драться в следующий раз. Напишите об этом в комментариях. Вы можете выбрать любого, а я выберу тех персонажей, о которых будет написано в комментариях больше всего. Ну что ж, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Никто не будет выбирать. Я слишком долго ждал этого момента, и поэтому следующий бой определенно будет моим.